Вроде мудрость народная есть, а посмотришь, стремятся куда-то, то к страданиям, то к миражам. Неужели же жизнь виновата в том, что в мире неправды полно, если уши народа годятся для лапши? Интернет и ТВ им покажут. Что ж, пусть насладятся. Как же счастье прийти туда, где на мысли здравая скупость, к повторяющим мудрость народную, проявляя народную глупость.